Сегодня я расскажу о звуке, а точнее о том, как я его записываю для своих видео, почему использую разные микрофоны и почему же звук так важен при создании аудиовизуального ряда. Поехали! Многие знают, как выглядит микрофон, кто-то пользовался им в караоке, кто-то более серьезно занимается вокалом и использует ручной микрофон, ну, например, вот такой. И если вы хотите в кадре выглядеть как настоящий певец, то смело приобретайте такой и предусилитель к нему. Но если мы хотим получить качественный звук без дополнительных приборов, то мы должны использовать специальные микрофоны, созданные для записи звука во время съемки видео. Почему и в каких случаях я использую эти микрофоны, ведь есть микрофон, встроенный в камеру. Я покажу вам, как использование различных микрофонов при одних и тех же условиях съемки влияет на конечный результат. Меня зовут Дмитрий, и это канал о путешествиях. Я думаю, все заметили разницу в звуке. Где-то мой голос звучит более четко, а где-то более сильно чувствуется объем помещения и некоторое эхо. Почему же так происходит? Здесь стоит очень коротко сказать о физике самого звука. Звук — это колебание, которое распространяется в жидкой, газообразной или твердой среде. Другими словами, звук — это колебание воздушных масс, воспринимаемое органами слуха. Как следствие, микрофон записывает не только речь, но и все те изменения, которые происходят со звуковой волной за время преодоления ей расстояния от говорящего до микрофона. В каких же случаях какие микрофоны использовать? Микрофон, встроенный в камеру, записывает звук окружающей среды, но при этом очень сильно подвержен воздействию внешних факторов, таких как, например, ветер. В данном случае звук является браком и может только частично использоваться для создания атмосферы, но записать интервью, например, на таком ветре невозможно. В этом случае, если в кадре будет находиться говорящий, необходимо использовать петличный микрофон. Петличный микрофон располагается ближе к говорящему, имеет более узкую диаграмму направленности, ветрозащиту, поэтому звук просто не успевает получить паразитных шумов и получается более чистым и четким. Петлица может подключаться как непосредственно к камере или рекордеру, так же быть и радио, что не ограничивает расстояние до камеры. Для чего же вот этот микрофон? Это специальный микрофон, разработанный для записи видео, он так и называется Video Micro, это младшая модель от компании Rode. Так же, как и петлица, имеет узкую диаграмму направленности, что значительно уменьшает периферические звуки и фокусируется на аудио в передней части камеры, обеспечивая более естественное звучание при съемке в помещениях. Данный микрофон оснащен антивибрационным подвесом, который снижает внешние воздействия, такие как, например, удары. И моя любимая часть, вот такая мохнатая ветрозащита, которая называется Dead Cat. Я думаю, что благодаря своему внешнему виду. Но как раз таки благодаря этому, эта ветрозащита позволяет гасить достаточно сильный ветер. Как вы уже поняли, этот микрофон я использую для записи звука на улице, для того, чтобы записать звук окружающей среды без воздействия ветра. Информацию о микрофонах вы можете найти в описании под роликом. При подключении микрофона в камеру, уровень звука регулируется непосредственно в самой камере. Очень желательно при настройке звука использовать наушники, чтобы сразу оценить аудиокартину, нет ли дополнительных шумов и нет ли перегрузов. Также для записи звука возможно использование внешних рекордеров. Все настройки производятся так же, как и в камере, непосредственно внутри самого рекордера. Огромным плюсом большинства рекордеров является наличие встроенных высококачественных микрофонов, что очень удобно при записи звука, ну, например, на концертах. Надеюсь, все сказанное было не очень замысловато и помогло вам разобраться в премудростях записи звука. С вами был Дмитрий Агеев. За лайки и подписки большой плюс в карму. Всем пока!